Всем привет! Сегодня я начинаю свою такую интересную диету, которую я вчера высмотрела. Значит, 5 ложек овсянки я на ночь намочила. И теперь утром вместо кофе я должна сожрать эту овсянку. Добавлю ложку меда, ложку сливок и 5 орехов, но сегодня у меня орехов нету, так как это вчера я решила, поэтому будем без орехов, так как овсянка у меня с ягодами. Ну, не знаю, насколько я выдержу 3 часа не жрать. Ну, посмотрим. Сказали, что бока уйдут, живот уйдет. Пока я не показываюсь, потому что у меня есть на то причина. Я вдобавок ко всему еще и зубы меняю. То есть у меня сейчас передние будут ставить коронки. И поэтому их подпиливали. Короче, сейчас все это добавлю, съем. Не знаю, 3 часа надо не есть, а потом уже можно начинать. Посмотрим. Может, не сдохну. Все. День первый, хотела сказать. Надо месяц. Потом будут волосы, ногти, кожа. И нет живота. Это самое главное. Нет живота. Жирного. Все. Всем пока.